Нам нужно думать о себе. У нас сейчас ситуация или пан, или пропал. Или выбираю пана, хотя он и явный поляк. Да. Цитирую Ильфа Петрова. Или мы воспользуемся этим коренным переломом мировой экономики, но в первую очередь в нашей экономике, чтобы наконец-то навести тот самый порядок, про который еще Алексей Константинович Толстой в начале 19 века говорил: страна у нас большая, порядку только нет. Вот надо его наконец-то навести везде по периметру. Вот буквально сейчас, когда я ехала на программу, захожу в Яндекс, ищу цитату. Была такая цитата, я не могу вспомнить, то ли Корнилова, то ли Деникина, про большевистскую Россию, что это наша любимая родина, но вот сейчас она под гнетом этих большевиков временно сошла с ума. Я хотела это на Украину экстраполировать. Деникин, да? В общем, я не вспомнила, Корнилов или Деникин. Забиваю в Яндексе. Забиваю цитату по поиску Деникин. Яндекс мне выдает. Я прямо сейчас тебе скажу, что мне выдает Яндекс. Вот просто зачитаю. Первая ссылка. Бывший российский вице-премьер уверен, Путин сошел с ума. Вторая ссылка. Шендерович. Россия проиграла войну, Россия проиграла все, России, собственно говоря, нет. Забиваю по поиску Корнилов. Первая ссылка. Шендерович. Россия проиграла войну, Россия проиграла все, России, собственно говоря, нет. Вторая ссылка. Бывший российский вице-премьер уверен, Путин сошел с ума. Я вам скажу, с таким Яндексом нам никакой Google не страшен. Ты понимаешь? Ну, надо же в конце концов наводить порядок везде по периметру.